Сегодня 23 снежня, дорогие сябры, скоро Новый год. Дозвольте повиншовать вас и с Новым годом, и с колядами, и католицкими, и православными. У нас на Беларуси эти две... Рождество и католическое, и православное отзначаются. Дозвольте, дорогие сябры, коллеги по работе, одноклассники, земляки, сябры, повиншовать вас с надыходящими святами, пожидать вам усім здоров'я і вашим близьким. Нехай усі хвороби минують вас, дорогі сябри. Ще я вам жадаю мирного неба. Нехай мы у згоди завсёды будем жить со своими соседями. Мы и они нехай нас поважают. И николи над нашим небом не повторится война. Это вельми важно. Ведаете, человеку мало надо. Поесть не повинно быть голоду. Ну, нечто опрануть у вас повинно быть. Жилье некое. Не так много и треба. А у остатнему все залежит от вас. От того, как вы хочете радоваться житцю. Как вы относитесь до своих соседей, близких, одним словом, до людей. Ну, поважайте и любите, и вас тоже так будет. Ну и вельми важно, как наши политики не развязали знов какую-нибудь бойню. Вот чего я ожидаю вам и своим коллегам по работе, и тем, с кем я працював в Академии наук, Институте биологической химии, и тем, с кем зараз працую в Институте имя Сахарова. Ну, ожидаю усяго найлепшого своим землякам из Василевича, из Глинной Слободы, из Калинкович, из Мозера и усім людям на свете. Нехай сбываются ваши мары, нехай радуют вас ваши близкие и сябры. Ожидаю, каб у вас все отрималось добро у наступным годе и далей, дальнейшие годы. Вот так хороших, веселых вам святов. Happy New Year. Вот. Ну, усяго вам, дорогие сябры, найлепшего. До побачення.